Доброе утро всем! Поздороваешься, Рекса? Рекса погуляла с Алишером, сейчас я ее буду мыть. Параллельно я тут немножко занимаюсь уборкой, я уже начала. Я еще какая-то совсем не проснувшаяся, не знаю, встала на полчаса позже. И это уже было полтора часа назад, и все равно у меня болит голова. И да, я еще не накрашенная, потому что... Что я сделала? Встала, приготовила Алишеру кофе, позавтракала и начала убираться. Потому что сегодня у меня большие планы на тему уборки, монтажа и работы. Так что сейчас будем мыть собаку, потом я продолжу, мне надо отмыть зеркало в ванной, кран помыть, и еще я свое мусорное ведро, которое у меня в комнате, уже помыла. Надо помыть то, которое на кухне, потому что где-то раз в месяц их нужно мыть, несмотря на то, что, ну, например, на кухне мы в пакет всегда все вкладываем. Ну, у нас пакет в мусорном ведре, но все равно пачкается, протекает иногда. А, еще надо животных покормить. Кузелькин, ку-ку. И разобрать шкаф, в котором у нас одежда висит, чтобы убрать туда лыжи, которые мы вчера достали. Еще вот этот таз желтый. Кстати, в тазу там пакет с детскими вещами. Мне отдали, надо разобрать это все, рассортировать. Кузьма интересуется. Там куча всяких распашонок, ползунков, слипов, ну, в общем, всякая милота-милота. И на самом деле нам просто с ручником надо делать вот тот шкаф, который в прихожей. Потому что у нас тут, смотрите, как сделано. Рекс, ты подождешь еще 2 минутки, ладно? У нас здесь, видите, штанга. И вот здесь просто свалка коробок неудобная. А вот там пропадает много места. А там у нас отделение с неудобными полками. И они туда вглубь тоже уходят. А мы хотим сделать раздвижные двери здесь. Я уже рассказывала давно этот проект, но сейчас его действительно надо сделать уже. И, ну, переделать полки, сделать внизу полки. Здесь штанга останется, конечно. И наверху сделать полки. И тогда мы сможем часть вещей из этого шкафа переложить в тот... И я хочу свои вещи, ну, в общем, отвоевать тут одну полку, переложить туда свои вещи из комода и в комод складывать вещи малыша. Потому что сейчас у нас просто нету места, куда складывать. То, что я вот купила, я сложила пока в свой комод, а вот куда вот этот пакет положить, понятия не имею. Потому что даже там, в шкафу, практически нет места для этого. Вот поэтому нужно переделать, ну, я не знаю, сколько будет стоить сделать такой шкаф. Понятия не имею, надо искать мастера, потому что это не... Купить шкаф и поставить, да, а именно строить шкаф, сделать полки самостоятельно и так далее. Вот он с этой стороны торчит. Видите, у нас здесь комната уже. Это потому, что вот там в стенке вот этот вот шкаф. А здесь получается такое углубление суженное, куда мы поставили шкаф и кровать. Блин, глаз чешется еще. Ужас. Ладно, пойду мыть собаку, а то она заждалась. И вот что за фигня опять? Вот вы видите, что на полу вот эти вот? Вот. Мы же вчера пылесосили. Вот прям клип снимали, и Марина пылесосила, и я потом еще допылесосила всю квартиру. И все равно вот такая фигня. Собаки сыпятся, и надо вычесывать. Ее три дня не вычесывала. Ах, мои лыжики, лыжики, как я вас люблю. Поскорее бы зима. Мне повезло, я не пропущу сезон, потому что малыш появится до Нового года, соответственно, январь, февраль, март можно будет кататься. Единственное, я в город не смогу поехать, но это ладно, главное, что я смогу покататься хотя бы тут.
наконец-то села записывать беременный влог. Мой телефон дебил просто. Он, у него закончилось место, и он отключился без всяких звуковых сигналов. И пол видео у меня не записалось. Вот меня это так раздражает, что скорее бы уже камеру мне наконец дали, которую я заказывала, чтобы там я на экранчике могла видеть, снимается или не снимается. Я тут в пустоту разговариваю уже 10 минут. Кошмар вообще. Сейчас перекину то, что у меня на телефоне, да запишу кусок. Я что сделала? Ну, вы видели, что я делала. Зашивала, медведя зашила, еще там вещи зашила, короче, ремонтом одежды занималась, стирку развесила, новую стирку закидала в машинку, но не запустила, потому что там мало слишком, я думаю. Сегодня еще что-нибудь напачкается, и тогда запущу стирку, потому что так две трети заполнено, не хочу зря ее гонять. И, пардон, я так говорила много сейчас, пока снимала, что у меня в горле першит. И пойду на кухню, сейчас вот досниму это видео, и пойду на кухню, надо курицу в духовку поставить, и дальше там посудой заняться, там у нас после вчерашнего, ой, как много грязной посуды, вообще ужас просто. И мне надо, конечно, шкаф разобрать сегодня. И еще я хочу погулять обязательно. Ну, моя прогулка, вероятно, будет заключаться в том, что я пойду схожу в магазин. Потому что у меня, например, закончились ватные диски, которыми снимать макияж. Вчера как-то неожиданно. Я думала, у меня еще одна упаковка в запасе. Оказывается, нету. Представляете, у меня такой мадам Плюшкиной нету ватных дисков. Так что надо их купить, и всякие мелочи, там, зубную пасту, перчатки у меня порвались и так далее. Я все никак не могу сделать маникюр. То времени нет, то думаю, ай, ладно, сегодня буду убираться. И вот я уже в воскресенье убираюсь, вчера убиралась. Но вчера хорошо, что я была без маникюра, потому что мы снимали клип, где я мужчину играла, это было бы странно. Сегодня надо уже сделать. Ай, рука чешется. Так, чему там правая рука чешется? К друзьям? Новым знакомым или к деньгам? Какая там, почему? В общем, вот так сражалась тут, дел до кучи просто. Вот мой любимый набор с ниточками, у меня почти закончились белые нитки. О, надо записать себе в список белые нитки и купить тоже. Надо заглянуть в этот фикс прайс, там по мелочи кое-что купить. Альшер сегодня опять поздно вернется, у него халтура после работы. Потому что я буду вечером сидеть одна. Но вечером у меня будет урок, к которому еще надо готовиться. Кстати, голова прошла. Я только сейчас об этом вспомнила. Я вам жаловалась, что у меня голова болит. Ой, чуть-чуть осталось, но немножко. Я проснулась! Тра-та-та. И пока я зашивала медведя, я досмотрела корабль. Сериал. Только почему мы не сняли третий сезон? Я не поняла. Я поискала в интернете, я не поняла. В испанской оригинальной версии они доплыли до острова или тоже все так обрывается? Потому что это нечестно. Просто в испанской версии 43 серии, а у нас их 56. Я хотела, ну, думаю, ладно, если мы не сняли следующий сезон, нет концовки, я посмотрю испанскую версию, она примерно такая же, я пойму там, кто какой герой, аналог, но... Я не поняла, как это сделать, и все. Так что, если они не совпадают, то следующий сериал, который я буду смотреть, это будут какие-то там горничные. Вы мне советовали, буду их смотреть. У меня количество просмотренных сериалов и вышитых вышивок пропорционально тому, сколько у меня свободного времени. То бишь, у меня сейчас отпуск. Ну, надо наслаждаться. И некоторые из вас такие смешные. Вы мне рекомендуете купить вместо новой влоговой камеры камеру на зазеркалье, чтобы снимать профессиональную. Да я бы с радостью. Вы не хотите скинуться? Нам всего примерно $1000 на камеру нужно. Вы соизмеряете цены той камеры, которую я хочу, да, которая у меня должна быть, которую сейчас задерживают, да, которая стоит там 12 000. И про зеркалки с нормальным качеством видео. Она стоит от полтинника. От.
А еще желательно пара-объектив. Я обязательно куплю такую камеру, когда у меня появится возможность. Я об этом мечтаю. Я очень люблю технику, люблю красивые съемки. Мне очень жалко, что не могу реализовать все свои идеи, потому что у меня плохая аппаратура. Но если вы мне подкинете деньги, обязательно куплю. А то вы с таким умным видом комментируете, что типа, ой, Алиса, ты глупая, ну как он покупает, вместо того, чтобы купить камеру, за полтос. Прям сейчас из кармана достану тут лишних денег. У меня сейчас тут, увы и ах, расходов-то. Что это там делают такое? У меня только на лекарства и УЗИ, и на всякие штуки уходит около 15 тысяч в месяц. Просто так, в связи с беременностью. Это еще без покупки там крутых шмоток, автокресла, коляски, кроватки, подгузников, тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Так что, ребята, успокойтесь. Зеркалки не будет, но зазеркали еще долго. Все, я телепортировалась на кухню. Сейчас буду готовить. Я, знаете, что вспомнила? Мне в Сбербанк надо. Я вообще забыла. У меня в прошлом месяце два раза возвращался платеж за электричество. Я с карточки плачу, почему-то отменялся. Я хотела пойти в Сбербанк и забыла. И у меня не оплачено электричество. Нас оштрафуют. Ну, там пени, наверное, рублей 5 будут, но все равно. Надо сходить и знать, в чем дело, потому что мне не нравится это. Ситуевина. И уже пришел. Нет, следующего счета на электричество нет, но на все остальное уже пришло. Ладно, что-то тут прохладно. Сейчас начну шевелиться, будет хорошо. Итак, мне надо приготовить вот эти синие трупики. Ужасно выглядит. Фу. Я буду запекать в духовке. Мы вчера с Мариной думали сделать, но в итоге покусились на сосиски, сардельки. Вот такая приправа у меня. Я люблю такие штучки. Готовить очень просто. Берешь этот пакетик, делаешь все как по инструкции, кладешь в духовку и все. Дальше мне надо вымыть вот эту гору посуды. Это тоже грязная. Я как обычно, планов громадью, а успеть все прям нереально. Так, курица готова. Должна быть. Оставим ее тут, духовку выключим. Сколько она? Почти час готовилась. Я за это время успела перемыть гору посуды. И то не все. Это все чистое уже. И помыть холодильник внутри. Перебрать все продукты. Я нашла там просроченные банки какие-то, скиши, протухшие что-то. Кастрюлю, в которой было две ложки супа. В общем, все вот это я выкинула. Отмыла, помыла все полочки. Но, естественно, к коридору я перейти даже не успела. Сейчас я пойду в Сбербанк продуктовый и в хозяйственный. Там покажу, что купила. Надо компьютер выключить. Компьютер! Так, выключай. И надо решить, во что одеться. У меня такой большой ассортимент одежды, прям зашибись. Лосины или лосины? Рекс, ну-ка уходи. Давай-ка. А я достану. Пожалуй, я надену лосины. Пожалуй, я надену тоже. Ой, упала толстовку, что и вчера. Надо кофту надеть под нее, майку. Не хочу в этой домашней. И сейчас пойду. Господи, сколько тут убираться вообще? Мне еще плиту надо мыть, подоконник. Мне нужна эта губка. Куплю в магазине, тогда смогу помыть. Специальная, которая грязь хорошо оттирает. А холодильник снаружи тоже не оттирается без нее. Посудной губкой никак не получается. И, конечно, надо пылесосить, вычесывать Рексу. В общем, всю жизнь можно посвятить этому. А если не убираться, то можно зарасти грязью. Я все-таки пошла в другой толстовке, на то и казалось пятно. Я пошла вот в этой новой. Только мне кажется, мне будет жарко в ней. На градуснике вроде 17 градусов, но тут так тепло. Буду раздеваться. Ребята, я вернулась домой.
Сейчас я вам покажу, что я купила, пообещала. Ой, мне жарко. Так, во-первых, я купила бумажные салфетки для моих посморкушек. Надеюсь, на неделю хватит. Потом ватные диски, которые у меня кончились. Так. Перчатки. Зубные щетки про запас. Мы недавно меняли, но я увидела недорогие. И при этом Colgate решила взять, пускай будут. Зубную пасту. И вот эти губки меланиновые. Как они, по-моему, называются? Фу, как мне жарко. Не знаю, не написано. Короче, вот этими губками очень хорошо чистит все поверхности. А, вот что я купила еще. Надеюсь, они нормальные, хотя на ощупь они какие-то немножко не хлопчатобумажные. Что-то врут они, по-моему. Тут написано хлопок 95%. Ну какой же это хлопок 95%? Ну ладно. И, короче, я еще разорилась вот на швабру, потому что та швабра, которая у нас есть, она меня так достала, что Алиша уже недавно ржет. Я вам сейчас покажу, это еще Диана. Пожалуйста, никогда это не покупайте. Вот, вот такое чудо природы. Во-первых, ее не запихнуть в ведро, потому что она не складывается, когда моешь пол. Во-вторых, вот эта фигня все время она отщелкивается, и швабра начинает разваливаться. И в-третьих, у меня на второй день пользования сломалась ручка вот здесь, пришлось заклеить. В общем, я такую швабру никогда в жизни больше не куплю. Выкину сегодня и буду жить спокойно. А вот это самое классное. Ее можно складывать в ведро, запихивать и отжимать, не пачкая руки. И губку эту тоже можно снимать и менять. Мой любимый вариант. Что-то на 700 рублей стоило, что ли. Я посмотрела, думаю, нет, я не выживу. Это швабры больше, которые у меня есть. Костин! Фу, жарко! Так, знаете, что я сейчас хочу сделать? Я хочу пойти и позаниматься йогой на разливе и взять с собой собаку. Потому что я быстро вернулась. Я только зашла в Сбербанк, в этот хозяйственный. Ничего себе, как у нас травы косят. Вот, и продуктовая не пошла, я очень быстро вернулась, и не хочу тут сидеть. У меня спина болит, а то я сейчас как сяду, я же потом в 11 вечера за компьютера встану, сейчас всего 4. Так что идем заниматься спортом. Собака, сейчас пойдем гулять. Это самый трусливый пес на свете. Очень трусливый. Рексочка. Рекса. Рекса. В общем, я уже отзанималась. Не знаю, сколько. Полчаса точно. И сейчас сижу, спину расслабляю. Я для вас совсем небольшой кусочек высняла, потому что у меня камера садится практически. Так хорошо тут, ребята. Там, конечно, за мной машинки, да. Но у меня вид вот такой. Вот я воду вижу. О, опять побежала. Рекса, ты куда? Короче, у меня тут деревья, вода и чайки. Красота неземная. Так хорошо и не жарко совсем. Хотя я бы с удовольствием сняла футболку, но мне кажется, народ меня не очень поймет. Ну что такое? Перестань плакать, пожалуйста. Вообще не страшно. Не надо. Ну вот, лосины испачкала. Зачем ты лосины мне испачкала?
А? Паникерша. Вот так все полчаса. Так, ребята, я сделала кучу дел. Ой, как я засиделась. Что я сделала? Что-то голоса нет. Подготовилась к уроку. Пропылесосила. Разложила вещи по местам. Немножко, еще не до конца. Сделала маникюр, пока готовилась к уроку. И, собственно говоря, провела урок. Все, сейчас освободилась. Сейчас пойду выгуливать собаку. И потом сяду монтировать видяшки. До бесконечности, пока не рухну в кровать. Блин, завтра надо рано встать, я не знаю, мне получится или нет. Я что-то сегодня еле из кровати себя вынула, реально, в третий день просто спать, кроватка. Не знаю, почему так. И, в общем, я решила с вами сейчас попрощаться, потому что мне звонила мама во время урока, я ей сейчас перезвоню, и я не знаю, когда она меня отпустит. С мамой быстрее, чем за час, я никогда не справляюсь. Так что мне надо будет с ней поболтать, это уже ночь будет. Параллельно буду, видимо, видео монтировать. Поэтому мы с вами увидимся завтра. Все, всем пока-пока.